Привет, ребята. Всем привет. Трое в лодке. Вот мы начали свой телевизионный сезон. И чтобы какое-то было яркое открытие, мы в Черниговке на водоеме Возрождение. В том году нам здесь очень понравилось. Надеемся, что и в этом году будет ничего. Водоем не подведет. Да, отзывы хорошие. Да. Сегодня у нас такая двоякая программа. С одной стороны, Андрей. С этой стороны мы с Феликсом тандем Fish Dream Бердянск, Запорожская область. Вот мой напарник. Будем рубиться с ним. Это этап соревнований. Одна восьмая финала. А с этой стороны просто любители будут ловить рыбу, чтобы получать от этого удовольствие. С нами наши друзья. Антон Карасев, всем известный. Хэштег хорош карась. Тоже видели. Дима Гаврилов. В общем, все здесь. Дима, Турбо, как там? Паша, Турбо, Дюша, Метелкин. Все здесь. В общем, мы начинаем, а вы все увидите, потому что мы вам все покажем. Да, у нас через 5 минут старт. Погнали. Погнали. Всегда относился к рыбалке как к отдыху, что ты приезжаешь, расслабляешься, ловишь. Но есть спортсмены, которые со всего делают соревнования, даже с рыбалки. Вот приехали вдвоем и батл у них, они соревнуются, кто больше наловит. Отдыха никого, мы пошли в домик, отдохнули спокойно, по бутербродику съели, сидим. А ребята в нервном напряжении, у них матч. Мы за них болеем, конечно же. Ну, мы с Александром Львовичем больше болеем, конечно, за Андрея. Но победит сильнейший. Желаем... Нет, удачи им не будем желать. Удачи рыбакам нельзя желать. Желаем им ни хвоста, ни чешуи. Так, ну... Старт мы уже дали, полетели первые кормушки. Вот смотрю, ну соперник у меня опытный, старый рыболов, старая школа, олдскульная. Будем пытаться его победить. Соперник у меня серьезный. Прет как бульдозер или как носорог. Андрюха и ванной поймает, так что... Ну, не пуха ему, ни хвоста, ни чешуи. А вот и первый. Что это у нас? Стоять! Давай, пока! Карасик был. Я его, ребята, не ловил, поклевки не видел, это нечестно. Сейчас поводок укорочу и хочется по-честному ловить рыбу. Плотва.
не просто дождь, ливень идет. Кто-то поразбегался, кто-то спрятался под зонтами. Гром, молния, в такую погоду никому ловить не советую. Мы как бы осторожны на свой собственный страх и риск. Очень хочется, чтобы чуть просветлело, но вот оттуда идет сильный дождь, а там уже светло. Будем надеяться, что еще немножко распогодится, и мы все-таки сегодня еще отловимся. В общем, изрядно мы промокли, все наши вещи намокли, мы пытались дождь пересидеть на мостках у водоема, все равно пришлось срочно эвакуироваться в дом. Сейчас чуть-чуть развиднилось, где-то около часа, что шел прям сильный-сильный ливень, и мы надеемся, что после этого дождя будет клев. Ну, мы всегда надеемся на клев, а после дождя особенно на него надеемся. Ну, пойдем попробуем. Вот, после дождя вроде есть первая рыба, скорее всего это опять карась, да, карасик, а карпа нет. Как по мне, сегодня хорошо работает опарыш, дипованный медом. О. Не-не-не, ушел. Назад. Тихо. Дайте пройти. Туда. Фидер зашел. Подними фидер, пожалуйста. Там какой-то. Тихо. За фидер зацепил, гад. Не додумались фидер убрать. Потравливай фидер, наверное. Андрюха, быстрее. Обойди, Андрюха. Надел. Вон он. А, это тому. Давай. А, нет, карп. Это толстолу. Карп. Есть. Фух. Был бы фидер. Ну что, это под кило 600. А, ну. На двушечка, да. Двушечка, да? Я думаю, двушечка. Поводок 0,14. О, вообще. И резинка, да? И резиночка, да. Да, он заглотил конкретно. Он его просто... Он мне ж одно оборвал, вот ту, первую глухую. И тут же клюнул на эту, на вторую. Тут же что мне пацаны говорили, они, говорит, садились, ну, до этого. 10 метров от дамбы поплавочечкой работало хорошо. Вот размер крючка, 2-килограммовый карп, благодаря резиночке, оснастка с резинкой. И вот такой крючочек. Так что вот приятно потягать на глухую удочку. Самый такой класс. $235. Была 1/8. Батл был 1/8, да. Финала. Я дуэли, проиграл. 1/8 финала Бердянска. Вот. У Феликса один карась 495. У меня 2/135. Итак. Мои поздравления. Спасибо. А все остальное Феликс поймал на глухую удочку. На поплавочек. Включая 2-килограммового карпа.
То есть это не участвовало в соревном? Это нет. Это только фидер. Это мое удовольствие. Ну, спортсмены закончили. Андрюха победил. Поздравляем его. Результат, ну, чтобы ожидаемый, но как бы Андрей, он спортсмен-профессионал, участвует практически во всех соревнованиях, ездит на чемпионаты Украины, поэтому знает, как ловить, и даже маленькая рыбка, она всегда в улове есть и приносит результат. Ну, а теперь несколько часов рыбалки просто в удовольствие. Ну, с Феликсом мы отбатлились, в принципе, дождь закончился. Вот солнышко, ну и какие-то вот более-менее внятные поклевки карася пошли. Вот. Работает опарыш, кукурузу не хочет, только опарыш. Ну и дипуем его вот таким вот скопексом. Поклевка так, минута-две и есть поклевочка. Сейчас становится интереснее, чем было в обед. Практически 7 часов вечера, и мы потихоньку заканчиваем. Шашлык, уха, немножко пива, посидим, пообщаемся. Что хочется сказать, такой слом погоды, ливень, солнце, то ветер, то тихо. Но мы все равно получили удовольствие, пусть было немного рыбы, рыба еще в конце будет, мы ее покажем. Все равно классно, посмотрите, какая красота. Радуга, такой лесок. Подаем, ну это очень здорово. Берите детей, выезжайте на природу, получайте от этого просто удовольствие. Теперь практическая сторона. Что хочется сказать? При плохом клеве клевал в основном карась. На что клевал? Хорошо работал опарыш, сладкий, с медом. Неважно какая в принципе была каша, главное темная. Поклевывала. Карпа мы сегодня видели только одного, плотвы, очень много плотвы. И сейчас Антон пошел по хищнику, не знаем, с чем он придет, будет хищник или не будет. Поэтому мы еще часик половим и покажем наш улов. На этом все. Вот такие вот карасики. Ну, в общем, у меня вот такой стандарт есть. Да, он стандартный. Ехали мы, конечно, за карпом. Наловили только карася. Ага. К сожалению, наверное, повлияла на это погода. Ну, может, не досидели. Может, не досидели. Ну, ночью ловить здесь нельзя, таковы условия. Что поэтому сказать? Ну, мы всегда рыбалкой довольны, потому конечно, что мы приехали на рыбалку. Сто. Мы поэтому рыбалкой довольны и вам советуем. Все равно, наверное, в на радиусе 100 километров это лучшее место. Одно сейчас, из лучших сейчас, которое, да, в досягаемости Бердянска. Поэтому приезжайте. Как бы, да, 200 гривен рыбалка, световой день. Но рыба клюет, и она, по крайней мере, есть. Да, а это, ну, как всегда радует. Поклевочки карася. Да, на этом с рыбалкой все. Нас ждет только уха. Уха и шашлыки. Всем пока.